Депутат Государственной Думы Роман Терешков провел личный прием граждан. Жители городского округа Люберцы обратились к парламентарию с вопросами, связанными со сферой ЖКХ. Наша съемочная группа следила за диалогом. На прием к Роману Терешкову пришли две жительницы поселка Малаховка, члены рабочей группы по обращению с отходами. Первый вопрос, который рассмотрели участники встречи, связан с тарифами на вывоз мусора, а точнее невыполнение постановления Государственной Думы от 21 марта 2019 года, согласно которому стоимость этой услуги начисляется не с квадратного метра, а с человека. 17 лет, с 2000 года. Мы платили за мусор, именно вот я отвечаю за поселок Малаховка, вот мы платили за мусор, и мало того, что мы платили, у нас есть сохранились уличкомы, это старшие по улицам, несколько улиц, вот, которые сами собирали деньги и кучкой отдавали ввозчику этого мусора. То есть мы сами этим вопросом занимались. И мы занимались по количеству проживающих людей, по фактическому. Второй вопрос тоже коснулся стоимости услуг ЖКХ. Тариф на годовое обслуживание газового оборудования между коммерческими компаниями сильно разнится. Средняя цена составляет 12 тысяч рублей, что для многих жителей округа не по карману. Здесь, конечно, нужно будет со своими коллегами из профильных комитетов тоже посоветуюсь, каким образом сделать, как это было ранее, когда данная услуга была включена в стоимость куба газа, может быть, вернуться к этой хорошо забытой практике. Оба вопроса Роман Терешков взял в работу. На то, чтобы собрать всю необходимую информацию и проконсультироваться с коллегами, депутату Госдумы понадобится месяц. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.